Журналисты познакомились с особенностями организации учебно-воспитательного процесса одного из старейших учебных заведений республики. Студенты колледжа организовали для них экскурсию, показали этнокультурный центр, работу объединений, секций, кружков колледжа. Съемочная группа побывала на уроках, которые провели опытные преподаватели, и на пробных занятиях студентов-практикантов. Не остались без внимания и творческие коллективы колледжа. Старается быть в авангарде всех технологий современного образования. В нашем колледже 4 специальности на данный момент осуществляются. Это специальность преподавания в начальных классах. С 1917 года мы готовим учителей физической культуры, учителей музыки и прикладная информатика, совсем молодая специальность, которую мы в 2010 году стали реализовывать. О коллективе что можно сказать? Коллектив, мы очень гордимся нашим коллективом, что они наши и выпускники, и очень высококвалифицированный коллектив, имеющий высокие заслуги, опытный коллектив, награды имеет и владеет всеми современными технологиями обучения. Мы всегда стараемся идти в ногу, шагать в ногу с нашим образованием. Біздің мектеп тапшырылы түрліден түрлі мектеплер, аларының яшайышлары, күн күрішлері ұқыту системысы білен таныштыра, хәм алар тұрында бәйән итә. Хәм бүгін дә біз шушы регионда бірден бір болған педагогика күлиетіне қунаққа келдік. Алар бізні яқты шырай, матур, қараш білен қаршы алдылар. Әлігі күлиеті нәрсесі бізге бик тәнік ұшады, мында түрліден түрлі халықларының дұслығын көрерге бола. Шулық татарлар, утмұртлар, шуашлар арасындағы дұслық, хәм аларының бір-бірсіне қарата құрметті. Алар бір-бірсінің жырларын, биюлерін үйренгеннер, бір-бірсі білен шынды матур етіп аралашалар, хәм міне шушы көрсеткіш, ол алда да алар арасындағы дұслықны, шушы дұстына мүнәсібетіні сақласын еді деген тілекте қалабыз. Хәм шушы күлиетке зордан-зор уңышлар тілейбіз. Сау болыңыз!